Всем привет! В этом видео я покажу вам разбор песни Михаила Круга «Владимирский централ» в оригинальной тональности HM, си минор. Разберем вступление, куплет, проигрыш, припев, еще один проигрыш и перебор, естественно, бой к этой песне. Итак, поехали, начнем со вступления. Аккорд HM, перебор. G маж, ЕМ 9, F диез 7, F G маж, А 7, D маж, F диез 7, F диез 7 сус 4 и F диез. То есть так играется перебором. Ну, в конце объясню, какой перебор. И в конце вниз по струнам. Теперь переходим к куплету. ЕМ7. Весна опять пришла, FDS7. HM7. И лучики тепла, GMH. ЕМ7. Доверчиво глядят, FDS7. В мое АМ7. Окно H7. ЕМ7. Опять защемит грудь, FD7, HM7, и в душу влезет грусть, GMH, EM7, по памяти пойдет, FD7, HM, со мной. А здесь в этом месте по памяти пойдет и играет уже, нарастает. И дальше должно идти в бой, переходить уже с аккордом HM. А вот первый проигрыш. HM, EM7, FDS 7, EM, A 7, HM. Далее идет вторая часть куплета, и потом идет припев. EM 7, Владимирский централ, FDS 7, ветер северный, HM. Это бы мы с Твери же машли. ЕМ7 лежит на сердце А7. Тяжкий груз ДМАШ Д7 Ж, и потом переходит Ж. Владимирский централ H7 АМ H7, когда я банковал ЕМ7 HM7, но не очковочный будет. И FD7 АК11. Далее идет второй куплет, припев, и потом идет проигрыш. Вот такого рода. ЕМ7, FDS7, HM7, GMH, ЕМ, FDS7, AM7, H7, ЕМ7, FDS7, HM7, GMH, ЕМ, FDS7, HM. И далее повторяется еще раз припев. И потом вот такая кода. Такая же, как и проигрыш. Теперь переходим к перебору, который идет в выступлении и в первом части куплета. Бас 3, 2, 1, 2, 3. Причем ритмично. Как бы вдогонку отправляются последние две ноты. Вторая, первая. И так далее. Значит, теперь с боем. Большим и указательным от пятой струны приглушить. Получается ритмически здесь немножко длиннее первая часть, приглушить
То есть вниз и приглушить это немножко длиннее, чем вот этот уже маленький кусочек еще раз вниз. И два раза вверх. Потом меняется аккорд. И тут уже получается два раза вниз. Или вниз-вверх, как вам удобнее. Можно еще проще просто. Бас вниз. Приглушить вверх-вниз. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, и вы будете получать ссылки на новые видео с разборами. Пишите комментарии.